идем по пляжу. Смотрим, как волейбол играет. Наша территория. Это снэк-бар. Короткий. Перекус тут. Тут у нас сок натуральный, тут это мороженое. Мороженое 1-2 доллара. Огромный шар, натуральный сок. Тут все перекусывают в этом баре. А тут у нас во время дискотек проходят различные напитки проводят. Здесь у нас сцена для детского шоу Джустиниана. Сейчас мы пойдем попьем колу. Можно колу с виски. Кола, виски, кола. Королева танцпола. Нет, возьму я, наверное, виски с колой. А можно виски с колой, пожалуйста? Спасибо. Пиво. Да. Виски с колой. У нас бассейн. Сейчас пойду опять к морю обратно. Так, бассейн уже закрыт. Сейчас уже скоро обед. Уже обед идет. Но мы, наверное, попозже в него пойдем. Обед до 2 часов. Надо посмотреть, сколько сейчас времени. Здесь у нас есть 5-звездочный, в него мы тоже можем ходить. Там отель наш 4. Тут красиво у нас все-таки наш мыс. Мы все хотим на камни пойти туда. Я веду репортаж. Все, я YouTube канал буду теперь вести с отдыхом. Мне Максим вчера написал, говорит, с него будет. Да, это самый распространенный. Говорит, твой спорт никому не нужен. А отдых нравится, все. Я сейчас, кстати, все рассказал. Завтра будет в YouTube за литро. Так, а вот у нас начинается закат. Сейчас по времени сколько у нас часиков? 6, наверное, вечера, да? О. Говорю сейчас. Так, вот. Буду я говорить. Это у нас сейчас уже вечер. Достаточно тепло. Солнышко еще светит, но уже не так греет, как, наверное, в июле. Я сейчас пройду по берегу, похожу.
поснимаю, что здесь, какой берег вечером, какое здесь, какое настроение. Так, давайте мне камеру. Мюсье. Пойду похожу по берегу. Сейчас здесь волейбол вечером красивый. В принципе, люди даже не уходят сразу все равно, потому что очень тепло еще, быстро садится солнце. Где-то уже 6:30 уже солнца не будет. Еще соседние вот красивые, конечно, отель есть. Людей много все-таки, потому что все ждут, наверное, закат. Еще такое еле теплое солнышко. Интересный понтон, на него все плавают. Из пластика такой сделанный, с него прыгают все. Очень удобная штука. Не знаю, камера заход возьмет или нет. Вот так красиво. Быстро садится солнце. Наверное, октябрь в этом... Уже и то, что короче день. 9 утра еще, так скажем, теплое солнышко светит. Потом резко уже тепло становится. В столовую идем, уже даже жарко. А здесь как-то вечером бывает и прохладно. Ночью ни холода не чувствуется, 27 градусов показывается градусник. Но на море бывает прохладно, если ветер. Около моря сидишь. Тут вот и вместе соседние отели. Они сейчас, я так понимаю, в этом году убрали даже забор, они разделяют. Берег общий, получается, становится. Ну, первая береговая линия очень удобна, конечно. Многие отели здесь, в Алании, они через дорогу берег. То есть нужно через автостраду перейти, машины пропускать, я видел. А здесь свой, как говорится, подход к морю сразу. Очень красиво. Это уже соседняя пятерка, по-моему. У них вот здесь навесы такие большие, под ними лежаки. Вот. А у нас такие, как бунгальчики, грибочки. Пройдусь немножко здесь. Скалам еще охота сходить. Туда, вроде говорят, где-то 30 минут идти. Здесь можно по берегу пройти и туда. Очень красиво. Оттуда посмотреть. Но что-то мы не хотим, наверное, тратить время, хотя надо бы. Завтра у нас последний день полный, а уезжать будем вообще рано. День теряется. День оплачен, но теряется. Но закат красивый. Все равно тепло еще чувствуется. Солнце в спину светит. Еще тепло. Пройду здесь. Вот тут у нас дорога и столовая. Вот. Поснимаю сам себя. Здесь много хороших есть и экскурсий, но неохота тратить деньги, ехать куда-то. И так здесь рады морю, что тепло.
Вот здесь можно, наверное, за деньги взять такой отдельный бунгало-лежаки. Мы не спрашивали. Но вечером в них можно просто так сидеть. Люди с собой берут пиво, виски, колу, водку со спрайтом. И сидят спокойно, тихо. Вот мы не были еще здесь. Где стеклянные наверху. Под навесом это вот снэк-бар. Снэк. Перекус. Снэк. Не снэк, снэк. Снэк-бар. Вот наверху что-то мы так и не зашли туда, не пойму, где там лестница. Потому что там даже не сидят. Красиво здесь, наверное, когда на полную мощность работает, тут и дискотеки, и все проходит. Сегодня, кстати, понедельник, сегодня выходной у них, у аниматоров. Анимации сегодня не будет. Говорят, типа, скучновато будет. Но я не знаю, вроде нормально. День проходит, конечно, интересно, незаметно. Но территория большая, ходить, не переходить. Вот тут зеленая зона, даже кто любит больше такой европейский отдых, можно сидеть на лежаках. Здесь красивые вот эти деревья, пальма посажена. Здесь как раз фотосессия, вот вчера мы делали, заказывали. Здесь очень хороший закат, красивый свет. Сюда фотограф ходит как на работу вечером. Люди кругом отдыхают. И волейбол. Детская площадка вот от второго отеля пятерки. Но тут везде можно ходить, все еще сказали, здесь территория общая. Поэтому классно ехать здесь, как два отеля вместе все. Наверное, когда море народу, хотя в октябре много здесь все равно и с детьми, и просто люди приезжают. Вон фотосессия, наверное, идет. Вот пятерка. Тот отель. Там красивый вид. Закат смотреть. Может быть, съездить все-таки на него посмотреть туда, оттуда. Шахматы, что ли, играет, не знаю. Но здесь правда классно. Территория большая, не скучно будет, если сюда ехать на 10 дней, там больше. Реально не скучно. Место моря. Территория большая, даже особо не думали про какие-то экскурсии, куда-то ехать. Хотя вот на Черепаховый какой-то остров звали. Здесь бассейн от пятерки Джустиниано Ресорт. Пойду, наверное, к своим на берег. Сейчас как раз закат красивый. Посмотрите его. Вчера посмотрел. Точно полседьмого сейчас закат идет. Уже солнце полностью куда-то садится за горизонт, за гору. Очень необычно. Буквально можно посчитать по минутам. Почему-то солнце быстро ускоряться начинает и садится. Не плавно, а как-то резко. 15 минут седьмого одно солнце, а уже половина седьмого. Уже только оранжевая полоска розовая. Вот фотосессия здесь идет.
не буду мешать. Классно. В октябре можно ехать. Прям реально лето, тепло. То есть боится, что дождей, нет дождей. Мы когда приезжали, первый раз был дождь в день нашего прилета. И тот был не дождь, а мы прилетели, солнце выглядывало. И по стеклу самолета капельки шли. Говорят, здесь долго ждали. Дождя его не было. Все лето не было. Немного волновалось. Море, волны были. Но купаться можно было. Всем привет! Сегодня мой первый обзор на отель в Турции Justiniano Hotels. Это серия здесь отелей. Отели, которые расположены вместе. Здесь два отеля. Hotel Resort и отель Justiniano Club. Вот. Они, у них общая площадь здесь. Они все у них вместе. Это вот вид из фойе, лобби, так называемое, из отеля. Ну и небольшой свой собственный обзор на этот отель. Вот. Justiniano, по-моему, у нас это какой-то римский бывший правитель. Здесь очень много в римском стиле. Очень красиво здесь. Хорошие деревья. Здесь бунгало такие расположены, в которых люди отдыхают. Не в самом отеле, как бы, а он разделен на вот такие бунгало. Здесь где и потише есть, здесь беседки красивые. Мне здесь нравится, здесь вечером. Особенно здесь очень классный запах, не знаю, что здесь цветет такое. Сейчас октябрь. Я хотел бы сказать, что сегодня уже 5 октября. Погода шикарная. Нет вымаривающей жары, но все равно очень жарко, достаточно приятно. Вечером нету духоты, прохладно уже, но не холодно. Все равно терпимо, хорошая погода. Были волны здесь, видимо, уже осень начинается. А сейчас море опять тихое. Но днем сейчас жарко достаточно. Это вот вид из беседки. Насколько смогу, запишу. У меня уже батарейка мигает. Не знаю, на сколько минут хватит. Маленький обзор только получится. Здесь не сядет батарейка. Не успел зарядить, забыл вчера. Вот. Это вот от основного лобби фойе. Дорога вниз идет. Все очень красиво. Я еще предыдущее видео попробую объединить. Пальмы здесь привезенные, сказали, что 30 лет назад здесь этого ничего не было. Это из Египта, из Африки привезенные, они выросли здесь. Говорят, дорогое удовольствие эти пальмы, за ними ухаживают. Огромная территория, конечно, очень много с детьми. Не знаю, сколько смогу обойду, батарейка жалко садится. Неохота заново заряжать, может быть, завтра поснимаю еще, если будет настроение. Вот, это... Здесь, так сказать, столовый ресторан. Здесь отдыхает. Это я сейчас иду по территории уже непосредственно нашего отеля Justiniano. Justiniano Club. На улице здесь есть и магазинчик. Ночью работает. Можно сделать себе
и тату временный, и прически. Вот здесь раздолье детям. Здесь мы обедаем обычно. Все такое мне нравится в белом римском каком-то стиле. И современный, и в то же время классика. Это четверка отель, но он классный все равно, я считаю. Он объединен с пятеркой. В принципе, в пятерку, может, и смысла нет ехать. Но тоже хочется попробовать. Да, там вид шикарный. Я туда, не знаю, без майки иду, не смогу, может быть, зайти, потому что неприлично здесь как бы, не приветствуется заходить в ресторан или куда-то без майки. Погода классная, конечно, вот уже такой день, солнце стоит. Были тучки иногда такие, но проходили, а сейчас вот 2-3 дня жара стоит такая приятная. Нет духоты, октябрь, конечно, шикарный, что тут говорить. Здесь очень для детей хорошо. Масштаб просто. 4 вида горки есть. Тут даже следят. Приятно, чтобы никто не столкнулся. Ребята.